Итак, решение проблемы, связанное с тем, то, что не работает вот здесь вот микрофон, когда запускается, кто-то говорит, что нужно заходить, там какие-то настройки, какие-то дополнительные, это все бред. Это на самом деле все бред, это все не помогает. Windows 10 это все не помогает. Вот. Решение проблемы простое, простейшее, элементарное. То, чтобы у нас заработал в интернете, в скайпе, особенно после перестановки Windows 10, заработал у нас микрофон в веб-просторах, в скайпе и во всех остальных приложениях. Мы нажимаем правой кнопкой «Открыть параметры звука». Идем мы в параметры конфиденциальности для микрофона. Здесь у нас будет выключено, по умолчанию у нас будет выключено. Вот это единственная проблема, из-за чего у нас не работает этот самый микрофон, что ВКонтакте мы записываем аудиозапись, и у нас, говорит, ошибка, даже не показывает никого, просто окошечко ошибочка еще в скайпе нас не слышно, в игре нас не слышно, нигде нас не слышно. Мы просто нажимаем здесь «включить», и выбираем, для чего мы хотим включить. Я просто поставил тупо сразу все. Вот. И соответственно, где-то веб-средство просмотра классических изображений, это как раз относится к веб-браузерам, я так считаю. И, в принципе, вот все решение проблемы. Как только я здесь включил галочку «включить», у меня сразу заработала вот эта штука. То есть без проблем. Туда, в браузер, ничего не нужно лазить. Вообще никуда. Просто элементарно вот здесь вот из-под Windows все настраивается. Все. Спасибо за внимание всем остальным дубинам, которые позанаписывали какую-то хрень с какими-то решениями там, и так далее, сбрасывали настройки. Это все говно и шляпа.